Привет! Друзья, сегодня я приготовлю тортик, который я назвала «Райская клубничка». Тортик по этому рецепту получается красивым, невероятно вкусным, очень нежным, свежим, легким. Когда скушаешь кусочек такого тортика, получаешь райское наслаждение. Ну что ж, начнем готовить! Для начала испеку бисквит. Яйца я вбила в миску. Яйца я начну взбивать миксером на средней скорости. Когда начнет появляться пенка, я начну порциями добавлять сахар. С того момента, когда я добавлю весь сахар, яйца с сахаром я буду взбивать на самой высокой скорости миксера приблизительно 5 минут. Нужно, чтобы масса посветлела и увеличилась в объеме. Яйца с сахаром я взбила. Посмотрите, какая у меня получилась пышная светлая масса. А сейчас подготовлю сухие ингредиенты. Муку нужно смешать с крахмалом, разрыхлителем и какао-порошком. И все просеять через сито. Подготовленные сухие ингредиенты порциями добавляю во взбитую массу и все аккуратно и хорошенько перемешиваю лопаткой снизу вверх. Бисквитное тесто готово. Вот такое оно должно у вас получиться по консистенции. Оно пузырчатое, воздушное, и оно ни в коем случае не должно у вас осесть. Теперь я взяла круглую разъемную форму, диаметр формы 24 сантиметра. Дно формы застелила пергаментной бумагой, бока формы я ничем не смазывала. Перекладываю тесто в форму. Форму с тестом нужно покрутить, постучать, для того, чтобы тесто равномерно распределилось по форме. Бисквит отправляю выпекаться в обязательно разогретую духовку до 180 градусов. Буду выпекать приблизительно 30-40 минут. Но вы лучше ориентируйтесь по самому бисквиту, так как у каждого разные духовки и по-разному они выпекают. Готовность бисквита я буду проверять с помощью деревянной палочки. Когда я проткну палочкой бисквит и палочка будет сухой, значит бисквит уже готов. У нас есть время приготовить сироп для пропитки. Какао-порошок я переложила в ковш. Сюда же добавляю сахар и все перемешиваю венчиком. Добавляю холодную обычную воду и снова все перемешиваю. Сироп отправляю на плиту, буду его варить на среднем огне. Сироп нужно закипятить. И с момента закипания сироп проварю 1 минуту. Шоколадный сироп для пропитки бисквита готов. Оставляю его до полного остывания. Бисквит я испекла. Он у меня получился пышный, высокий, воздушный. Бисквит немножко остыл. Я его достала из формы. Переворачиваю бисквит шапочкой вниз и оставляю в таком виде до полного остывания. Бисквит у меня полностью остыл. Его нужно разрезать на 3 равных коржа. Подготовленный бисквит пока отставляю. А сейчас клубнику для крема нужно нарезать на небольшие кусочки. Клубнику я нарезала, я ее переложила на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнюю влагу. Клубнику пока отставляю. А сейчас шоколад, который мы будем добавлять в крем, нужно порубить на небольшие кусочки. Подготовленный шоколад пока отставляю. Приступаю к приготовлению крема. Для начала желатин нужно залить холодным обычным молоком. Все нужно перемешать
и оставляю желатин в таком вот виде при комнатной температуре на минут 15. Нужно, чтобы желатин хорошенько набух. Творог я переложила в миску. К творогу добавляю сахарную пудру, сливки. И все нужно перебить блендером в однородную массу. Творожная масса готова. Она у меня получилась однородной, без комочков. Пока я ее отставляю. А сейчас жирные сливки нужно хорошенько взбить миксером. Сливки я взбила. Посмотрите, как они у меня хорошенько загустели. Сливки пока отставляю. Возвращаемся к творожной массе. Желатин у меня хорошенько набух. Я его растопила на паровой бане и пропустила через ситечко. Растопленный желатин добавляю к творожной массе и все хорошенько взбиваю миксером. К полученной творожной массе добавляю взбитые сливки и все перемешиваю лопаткой. Крем готов. Посмотрите, какой он получился нежный, воздушный и очень вкусный. Немножко белого крема я отложу, совсем чуть-чуть. Он нам понадобится, чтобы смазать блюдо, на котором будем подавать тортик, и чтобы сверху покрыть тортик. Приблизительно вот такое вот количество. А в основной крем, в основную массу добавляю подготовленный шоколад и подготовленную клубнику. И все перемешиваю. Крем окончательно готов. Для удобства я его разделила на две равные части. Крем получается очень вкусным. Его можно кушать даже просто так. Кто любит кушать крем во время приготовления, как и я, ставьте лайки и узнаем, сколько нас таких. Итак, теперь будем собирать торт. Крем я пока отставляю. Мне понадобится блюдо, на котором я буду подавать тортик, вот такое у меня блюдо. На блюдо я устанавливаю разъемное кольцо. И дно блюда нужно немножко смазать белым кремом, который мы отложили. В кольцо я выкладываю первый бисквитный корж, это верхушка. И кольцо я подгоняю под сам бисквит. Бисквит нужно пропитать сиропом, который мы уже приготовили. На пропитанный бисквит выкладываю одну часть крема. Теперь на крем я выкладываю второй корж от бисквита, это серединка. Его также пропитаю сиропом и на этот корж я выложу вторую половину крема. У меня остался последний бисквитный корж. Со стороны среза его нужно пропитать сиропом. Пропитанной стороной выкладываю бисквит на торт. Торт сверху покрываю тонким слоем белого крема, который у нас остался. Торт я сформировала. Отправляю его в холодильник как минимум на 6 часов, но лучше всего на ночь. Нужно, чтобы он хорошенько застыл.
Торт простоял у меня ночь в холодильнике. Я его достала из холодильника. Он у меня минут 15 постоял при комнатной температуре. Очень аккуратно с тортика снимаю кольцо. Кондитерское кольцо я аккуратно сняла. Теперь нужно шпателем подровнять бока тортика. Сверху тортик посыпаю натертым черным шоколадом. Торт сверху украшаю ягодами свежей клубники. Сверху на клубничке растопленным шоколадом мне захотелось сделать шоколадные разводы. Торт «Райская клубничка» готов! Вот такой получился чудесный, очень красивый и очень аппетитный тортик. Сейчас я кусочек отрежу. Посмотрите, какая красота получается в разрезе. Тортик получился очень мягким и очень пропитанным. Пробую тортик. Так, сейчас кусочек. Торт получился очень мягким, очень нежным. Распадается на кусочки. Торт получился очень вкусным. Он просто тает во рту. Очень нежный, легкий. В этом тортике чудесное сочетание воздушного, пористого бисквита, который пропитан шоколадной пропиткой, большого количества творожно-сливочного крема. Крем также получился очень легким, таким вот свежим, нежным. И чудесную вот свежесть, легкость этому тортику придает свежая клубника. И хорошее дополнение к тортику – это черный шоколад. Торт получился божественно вкусным. Сейчас сезон клубники в самом разгаре. Приготовьте такой тортик, и я уверена, он вам понравится. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал. Обязательно ставьте лайки под этим видео и под всеми остальными видео. Пишите мне комментарии. Я читаю все комментарии без исключения и стараюсь как можно быстрее на них отвечать. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Прямо сейчас заходите на главную страничку моего канала и нажимайте кнопочку «Подписаться». И да, сразу же нажмите колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!